чертов! Маркус, ты видел новый трейлер фильма «Джимми Сиско»? О, уже вышел? Давай, врубай! Нет, не здесь. Для этого нам нужен идеальный звук, большой экран и диванчик. Ты прав. А главное — тишина. А ты уже видел? Нет, чел, тебя ждал. Ты просто лучший. Спасибо. Внимание, мы смотрим трейлер, всем заткнуться! Тихо! В мире, где технология объединила все. Мне нужно не правосудие. HMP Studios. Вы обвиняетесь в параш...
Вы думали, что фильм будет хорошим? Ну да, а то. Смешной же. Круть. Цитата. Я серьезно сказал круть? Расклад такой, Джош. Кибердрайвер оказался киберкатастрофой за миллион баксов. Я знаю, что ты меня провоцируешь. О, я не нарочно. Не ведись. Почему Галилей позволил так себя марать? То есть кибермарать? Можешь продолжать. Все равно это не смешно. Не буду врать. Если для трейлера выбрали эти сцены, да весь фильм будет ни о чем. И почему они нацелились на Дедсек? Ну, все еще помнят Чикаго. Ну, неважно, не парься. У нас свое цифровое распутье и свое киберправосудие. Ну, Джош, будет весело. И обещаю больше не говорить кибер. Знаешь, после этого кибермир уже не будет прежним. А вот и она. Hawk Motion Picture Studios. Говорил, что не жалеет. Тогда я вышел. Так, народ, я тут. Нет, спасибо. Рядом с вами.
Нашел! Сценарий кибердрайвера!